Квиз познавательно-развлекательный. Включает в себя 4 раунда – история, культура, стереотипы и песни. В каждом 7 вопросов по 30 секунд. Первый раунд разминочный, в нем есть варианты ответов. Но дальше задача усложняется. Необходимо будет вспомнить фильм или, например, отгадать мелодию и написать полный ответ. Патриотическое воспитание, в принципе, одна из задач Дома молодежи в том числе. И мы реализуем это понятными и простыми, и интересными, в первую очередь, для молодежи методами. Ты вроде как отвечаешь на вопросы, классно время проводишь, но в то же время какие-то знания откладываются. То есть мы работаем над тем, чтобы молодежи было не скучно знать свою собственную историю. Принимают участие 30 человек. Они поделены на 6 команд. В основном это студенты вузов и СУЗов Тамбова, а также школьники, волонтеры и активисты. Итоги интеллектуального состязания стали известны сразу. Победила команда «Рассвет» Державинского университета.